Мало кто помнит победы испанского бегуна Ивана Фернандеса Аная, но его имя все равно знает весь мир. И только благодаря одному единственному эпизоду, случившемуся в декабре 2012 года в Наварре. На соревнованиях по легкой атлетике в беге на 3000 метров уверенно лидировал кенийский бегун Абель Мутаи. Этот бронзовый призер Олимпийских игр лидировал с большим отрывом, когда вдруг, к удивлению зрителей, остановился за 10 метров до финиша и начал радостно приветствовать болельщиков. Абель перепутал границу линии финиша и не мог понять, что ему кричат болельщики. В этот момент его догнал Иван Фернандес Аная. Но вместо того, чтобы ускориться и добежать первым, Аная принялся толкать Мутаи в спину и показывать ему, где находится финишная черта. Испанский бегун не просто упустил свою золотую медаль, он буквально привел кенийца к финишу. Уже потом журналисты наперебой пытались узнать у него, неужели он совсем не хотел выиграть. «Нет, я очень хотел выиграть», – ответил Аная. Но даже если бы на кону было место в составе сборной Испании для поездки на чемпионат Европы, я бы все равно поступил бы так же. Я не заслуживал победы. Отрыв был очень большим, и у меня не было бы шанса догнать соперника, если бы он не сделал ошибку. Мне важнее сохранить достоинство, чем выиграть золотую медаль. Знаете, мы все видим, какие вещи порой происходят в футболе, в обществе, в политике. Люди слишком часто видят неправильные модели поведения. «Я рад, что поступил иначе», – сказал Иван Фернандес Аная. Он, конечно, молодец. Ну а как бы в этой ситуации поступили вы? Ну или те, кто вас окружает?